Саша Ступин спрашивает меня: Алексей, есть ли техническая возможность прокатить путинские поправки в Конституцию? Нет. Однозначно, точно, совершенно нет. А когда у нас будет 22 апреля будет голосование, 23 апреля вам объявят о том, что это все принято, там невозможно будет наблюдать, там будет электронное голосование, которое, как мы помним, на выборах Мосгордумы было полностью подделано, там невозможно ничего проконтролировать. Даже если мы хотели, даже если мы ввязались и говорили: ребята, давайте голосовать против. Но там даже не понятно, против чего вы тогда будете голосовать. И вам скажут: а вы голосуете против поправки про Бога, про однополые браки, или, может быть, вы голосуете против того, чтобы индексировали пенсию пенсионерам? Или, может быть, вы голосуете против того, чтобы мы убрали слово «подряд», которое так вам не нравилось, что нельзя быть президентом два срока подряд. Вот сейчас уберу слово «подряд», и вроде как станет получше. Это все юридически ничтожно, поэтому ровно так к этому нужно относиться. Оно не имеет ни малейшего значения. История